Привет всем! Сегодня будем в теплице использовать вот эти домовые серные шашки. Они от всех болезней растений отпугивают и крыс, и мышей, насекомых. В итоге очень хорошо справляется с всякими болезнями. Надо будет нам поджечь и закрыть тепличку. Ну, я в процессе вам все покажу. Эти шашки используют два раза в год, осенью и весной. Выглядят они вот таким образом, с инструкциями, с подробными, как поджигать. Очень эффективная вещь, я пользуюсь уже не один год. В принципе, я не рекламирую, но в итоге, кому это надо, там, огородникам, садоводам, это очень незаменимая вещь. Так она выглядит в разобранном виде. Фитиль, сами серные таблеточки, здесь их вот так вот кучками потом увидите. И вот на обратной стороне упаковки подробная инструкция. Одна шашка на 20 кубических метра. У меня теплица очень большая, мне придется две шашки поставить в начале и в конце. Ребят, вот так вскрываем мы сейчас эту шашку. Ставим на металлический предмет. У меня вот две пластинки металлические. В начале, в конце. Достаем фитиль. Фитиль пропитан воском свечным. Сюда ставим. И идем вторую устанавливать. Так, поджигаем. Подожгли одну. Поджигаем вторую. Теперь нам надо дождаться, пока начнет дымиться, ну, гореть уже сама сера. Вот свечка и вон свечка одна. Серные шашечки стоят наши, горят. Ребят, шашки наши начинают работать. Закрываем герметично мы теплицу, ну, где-то до утра. И утром уже там все это дело вынесем. Наши шашки успешно выполняют свою функцию. Ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока.